Так, всем привет, друзья! Я покажу вам, как монтировать ролик на телефоне на андроиде. Так, заходим в программу KineMaster, нажимаем плюсик, выбираем формат 16 на 9. Перед этим нужно записать ролик. Я его уже записал. Так, вот записанный ролик у меня. Нужна обложка. Выбираем обложку. Обложка должна быть скачана. У меня она есть. Так, секунду. Ставил-то я ее не сюда. Вот, обложка нужна. Нажимаем. Обложка. Так, начинает звонить будильник нам. Но мы уже встали. Так, обложку в начало. Примерно 2 секунды себе оставляем. Это важно, проверяем. Всех приветствую, друзья! Видели, да? Чуть-чуть побольше делаю обложку. Добавляем музыку. Музыка должна быть тоже скачана. У меня вот такая мелодия. Она длинная, я хочу ее укоротить. То есть мы просто, получается, накладываем. Так, стоило мне на паузу нажимать или нет, не знаю. Давайте так, постараюсь побыстрее показать. Вот что получилось в начале. Всех приветствую, друзья! Всех я очень рад видеть на своем канале. Так, мне нужно еще добавлять. У меня должен стоять футбольный мячик слева. Слева. Где он? Где вот он, где ты сохраняешь фотографии, там он и должен быть. Но я его не могу найти. Странно. Вот они. Футбольный мячик. Вставили. И название моего канала «Универсал прогноз». Кстати, полный ролик вы сможете посмотреть на моем канале, что у нас получилось. И не забывайте подписываться. Я даю прогнозы. И ведем до конца. То есть у нас эта надпись будет до конца всего ролика. То есть вот так мы и ведем. Нажму на паузу. Так, теперь мне нужно название команд вставить, потому что я про них говорю. Лестер. Сити мне нужно найти. И Арсенал. Все фотографии у вас должны быть уже готовы. Если вам интересно, как их приготовить, собрать, сделать, напишите ролик. Я вам скажу, что за программа, и покажу, как это делается. Лестер Сити Лестер Сити и Арсенал. То есть также вы можете не просто, чтобы она вылетала, картинка. Можно сделать, чтобы она выплывала, там скакала, например. Вот, анимация входа нажимаем. Там. Скольжение влево. Видите, она будет вот так. Скольжение вправо. Или поп. По часовой стрелке там. Ну как хочешь, как вам понравится, так и сделайте. У меня просто. Значит, это время занимает. Вот они у меня появились. Эти картинки. Я добавляю тут, что мне надо по ситуации. Да. Лестер Сити и Арсенал. Да. Красиво Лестер забил на 6-й минуте. И
никак некрасиво проиграл. Проиграл. У нас проигрыш. Также у меня картинка приготовлена. Можно написать вручную текст, нажать. Лучше скачать картинку и сделать по красоте. Она красивая. Вот здесь я сделаю искажение влево. Вот видите, да? Если мы говорим про этот матч, то мы делаем настолько, сколько мы говорим. Друзья, тут можно выровнять все это дело с помощью вот этой красной полоски. Например, запускаем. Зол. Что делать? Личные встречи, друзья, нужно смотреть обязательно. А я как-то это дело пропустил. Потому что Лестер Сити предыдущую игру выиграл. Вот как я заканчиваю разговор про эти команды, у меня до минуты. Вот я выравниваю все три полосочки. Можно делать в этой программе все, что угодно. Вот. И вот так, о чем говорим, то можем показывать, изображать на нашем видео. Все, вот у меня концовка кончается. Ну ладно, ничего страшного, я дам сегодня 2 ординара. Понимаете, да? Так, вы пишите в комментариях, что вам интересно, как создавать обложки, задавайте вопросы. В принципе, я вам все показал. Текст, как пишется, просто нажимаем текст и пишем там код. Окей, например, выставляем. Цвет менять, там синий, например, код. То есть очень много чего можно сделать здесь. Также вырезать можно без проблем видео, если оно короткое, ой, если оно длинное, и там некоторые моменты вам не интересны. Друзья, подписывайтесь на мой канал, посмотрите видос, который получится у меня, как я его сделал. Задавайте вопросы, я отвечу и сниму дополнительный ролик. Всем удачи, всем побед!